Аукцион на строительство газопровода высокого давления разместила Бердская администрация. Об этом рассказал начальник городского управления капитального строительства Алексей Егошин. О том, куда пойдет газ, расскажут мои коллеги. Продолжается строительство школы и детского сада в микрорайоне Южный. Как известно, по проекту тепло новые объекты будут получать от собственной газовой котельной. Как сообщил начальник Бердского управления капитального строительства Алексей Егошин, аукцион на строительство газопровода высокого давления для этой котельной после экспертизы объявлен 8 октября. Стоимость работ около 13 миллионов рублей. 5 числа мы забрали экспертизу. Сегодня мы ее размещаем в аукцион. Документация полностью проверена, ее сейчас разместят. Параллельно Бердскпромстрой выполнит и проектирование самой газовой котельной. Мы разговаривали с замдиректора Бердскпромстроя. Соответственно, он в курсе, что мы все готовы, все размещаем. И проект мы передаем им сегодня, чтобы они в дальнейшем проектировали свою котельную. По оценке Алексея Егошина, строительство газопровода должно завершиться до 15 октября. Глава Бердска Евгений Шестернин рассчитывает, что качественные и в срок выполненные работы по газификации могут приблизить дату сдачи важных социальных объектов на 4-6 месяцев.